я поступаю. Вот. Берем обычный шприц. Обычный шприц. Откусываем именно часть вот этой головки. Сволочку, да? Да. Прикладываем и отсосываем. А есть специальные такие крючки. Есть набор. Да, есть специальные крючки. Набор, который для крючка. Выкручивают. Крючок, выкрутите баночку, чтобы его потом положить. Насчет крючков я вам ничего не могу сказать. Они как гвоздодеры, малюсенькие такие. Я собаки выдергиваю. Вот это вот самый обычный, простой метод. Очень хорошо они выходят. Без болезней не надо такие крючки. То есть просто его обслуживаете? Да. А если он большой, он же не влезет в эту иголку. Шприц. Он уже... А с баночки вакуум, когда она остынет, он как бы, да, сам рассказывает, когда мы с баночкой нагреваем ее, а когда она остывает, то как бы... Нет, сразу, не же момент. Да. Нагреваете для того, чтобы убрать кислород, создать давление.